саженца клематиса крупноцветкового сувенир ду капитан Тюйо отлично приживаются и быстро достигают высоту 3 метров. Растение хорошо ветвится и обильно цветет, предпочитая паутень. Аккуратная форма цветков с диаметром до 20 см, нежно-розовый оттенок лепестков и элегантная широкая темно-малиновая полоса делает этот сорт невероятно декоративным. Цветет 2 раза, первый раз в мае на прошлогодних побегах, повторно в августе-сентябре на новых побегах. Подходит для всех видов вертикального озеленения пергол, беседок, опор. Отличную компанию клематису может составить плетистая роза. Клематис крупноцветковый сувенир ду капитан Тюйо – это многолетнее растение высотой 300 см. Лиана лучше всего подходит для групповых посадок, живых изгородей. Клематис прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для глинистых почв. По типу ствола клематис крупноцветковый сувенир ду капитан Тюйо можно отнести к группе лианы. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания клематиса прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает клематис крупноцветковый сувенир ду капитан Тюйо в месяц май, июнь, а второй раз может цвести в месяц сентябрь. Цветок окрашен в розовый цвет. Интересные цветы клематис могут быть до 15 см. Лист этого прекрасного растения по форме обратно яйцевидный. Весенний окрас листочков зеленый, летом цвет листьев зеленый. Обратите внимание, что клематис крупноцветковый сувенир ду капитан Тюйо – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.